Привет, представься. Александр Мохов, Валенсия. А как сегодняшний матч? Матч хороший получился для нас и по качеству игры, и по результату. А как ваш, как судейство? Судейство нормально, хорошо отсудил Саша, в принципе, без вопросов. Угу. Как играла ваша команда, в принципе, и команда противника? Ну, мы как бы сегодня у нас хороший состав собрался. Мы как бы планировали прессинговать на каждом участке поля. И, в принципе, этот план на игру у нас работал. Из этого вытекло такое преимущество в счете, в результате. Соперник тоже очень хорошая, квалифицированная команда. Ну, как бы... Наверное, сегодня мы были сильнее. У нас следующая игра с ними в Лиге Чемпионов. Тут как бы слабых команд нет. Команда молодцы. Мы старались и играли. И команда играющая, как и все в Испании, в принципе. Слабых команд нет у нас в чемпионате. Угу. Ну все, тогда удачи в дальнейших играх. Давай.